Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Самит, Сильвер, Саврекс, Плеймарк, Гусанек, Миньон, Курума, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Я Мишка Фредди. Всем привет. Всем привет. У нас сегодня офигенная карта, это воздушный лабиринт. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а у нас монстры Poppy Playtime гоняются за нами. Погнали. Пацаны, вы готовы? Да. Да. Я помню этого челика. Ты чё ты? Так, давайте будем тактику продумать. Если он побежал туда... Так, еще правую кнопку прожимаем. Смотрите, я их догоняю. Опа, повезло. Молодец. Хорош сработал. Ой, тихо. А ну что будет, если я упаду вниз? А, ничего. Это очень странно. Вот теперь все. Шутки кончились. Первый есть. Нет. Минус. То, как бы у вас, пацаны, была разминка в начале. Короче, я упал. Отлично, пацаны, мне даже ничего делать не надо, вы молодцы. Эх, ладно. Я вам подался, так что... Я понял. О, блин, я уже хочу вас всех мочить. Так, вижу, там один стоит наверху, давайте мы его красиво... А сколько раз я тебя убил, кот, ты ж уже все. Странно. А у нас два кота. А, я перепутал с другим котом. Да. Так, кто еще живой? Ой, черт. Ой, управлять трудно. Гусанё! Так, гусанечек, я не отстану от тебя, ты понимаешь, что все, ты не выживешь. Ай-ха-ха-ха! Щенок! Так, кто еще живой? Огурец, ну стой! Я тебе кое-что дам. Молодчик. Так, вот кот. Так, и ты последний выживший? Нет, я еще. А, ты еще, хорошо. Вот, я вижу. Я под карту упал. Смотри, окружаем его, давай, миньона, мочи. О, все взяли такого кота, как я. Отлично. Ну все, получается, котяра выиграл тот? Да, я. А где ты? Я бегаю. Он еще живой, пацаны. А я умираю. А, все уже. Я а, все, понял. Ну и отлично. Давай, теперь ты начинаешь. Че, вы готовы умирать? Да, я готов полностью. Покажи вещи. Давай, куда нельзя? А, все, понял. Пацаны, где он? Я его не вижу. Ой! Отлично. Отличная тактика. Дима! Она сработала. Пойдем. Нет, я не буду тебя слушать. Я буду придерживаться своей тактики. Я хочу выиграть в этот раз. Да ну нет, ну Самит. Кстати, Самит, если почитать, наоборот, Димас будет. Ах ты хитрый. Димас, убежит. Да блин, пацаны, я лучше прыгну вниз, чем так. Я не растерялся. А он тоже упал. Я растерялся просто, блин, в последний момент. Бежим, Саня, бежим. Да тихо, не стреляй по мне, новые ноги. Ну все, проиграл, значит, все. Да как-то быстро, пацаны. Согласен. Потому что это очень быстрый монстр. Ну кто, Саня, готов выживать? Вижу, побежал внизу. Так, давай, спускаемся. Им тут. Вот. Блин, это... Я должен тебя замочить, огурец вонючий. Ой-ой-ой, вот бегает. Красиво, бегает. Красиво, но это тебя не спасет. Минус хорош. Эх, Плеймар, как так? Так, ты вижу еще одну жертву. Приближаюсь. Слышу неприятный запах со штанов. Саня, налево. Есть. Все нормально, тихо. Так, пацаны, кто еще живой? Мы, я. Я живой еще. Я, мы, и он, Саня. Она, вместе дружная семья. Саня, бежим. Вижу. Сюда. Гусанечек. О, давайте попробуем тоже прыгнуть. Я могу тоже прыгать. Ха-ха! Никак, гусанек, ты уже не уйдешь. Смотри, гусанечек! Есть! При этом я... А я не упал, это было круто, отлично. Так, кто еще живой? Вот я его вижу, пацаны. Где? Это Балди, он внизу бежит. Я за ним. Ускоряюсь со всей силы. А, все, поймали? Вот он! Вот он, где-то тут, я его видел только что. А как ты туда зашел? Пацаны, вы его видите? Минут, Сильвер. А, все уже. А, все. Все, я его убил. Он мне как будто в стене светился, это очень странно. Если бы я в стенке остался, в нычке остался. То... А, значит, все-таки нычка есть там такая, хорошо. Какая нычка? Сильвер, давай, начинай, мы готовы. А где он? Вон он бежит. Он сзади нас бежит. Дима, убегай, он бежит. Не бойся, я выживу. Он спрыгнул! Да ё-моё! Ну блин! Он не попал. А он не попал. Щенок!
Все, давай тут будем стоять. Подожди, надо нам опять такую штуку. Ай, он сзади. Я его видел. Беги. А бегу со всей силы. Он отстал, он отстал. Так, где он? Ты что за нами бежишь? Так, если что, мы прыгаем опять. По старой схеме работаем. Так, у меня 78 хп, у тебя сколько? А у тебя 90. Значит, у меня меньше было в начале раунда. Убил меня собак. Отлично. Еще один собакой стал. Где он? Вижу. Их там двое. А кто там залез? Дима? Да кто? Блин, из-за тебя я упал, гусаню. Да я чуть-чуть попробовал, как оно летается. Видишь, не случилось. Да ну блин, так тупо, блин, упасть. Давайте тоже возьмем этот цветок. Я тоже тупо упал сейчас. Миньон упал. Я тоже упал. Да здравствует семья рукожопых. Подожди, а кто еще живой? Я живой. Так, погнали, стартуем. Внимательно ищем их. А нет. Вижу, гонятся. Так, давайте будем опережать события. Если что, я прыгаю вниз. Нет. Так, давай. И косой! Блин, да что ж так стоит? О! Ай, блин, меня убили. Тут кот пробежал. А кто еще живой? Да тут кот паркурит внизу. А бы не хопится все. А, все. Ну, пацаны, вы что падаете? А, я же тоже упал. Ребята, сейчас будет раунд, когда мы играем все за монстров, режим PvP. Каждый сам за себя. Раунд начался. Кто проигрывает, просто наблюдает. А кто-то у нас тут стоит? Ушел. Одного сложил. Еще одного сложил. Нет. Сложил. Ты че? Сложил. Убил. Я победитель? Нет, Дим, я еще живу. А, еще ты тоже. Есть, хорошо. Так, рисковать мы не будем. Спрыгивать. Опа, вижу. Так, а ты проиграл, я понял. Вот еще один есть монстр. Ну что, давай, 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 давай. Подходи, не ссы. Я добрый, я не буду тебя убивать, я обещаю. Да. О, нет. Да, да ну нет. А, я немного застрял. О, спасибо. Так, кто смотрим, кто еще у нас тут сзади есть тебя. В живых. Вон он, сзади тебя. А, вижу. Ну, о. Кто же будет победитель, кто будет лучший? Ссыте, да? Сделай резко. Резкий удар делай. Удар дракона. Сработ. А вы вдвоем? А нет. Не, Курума выиграл. Курума победитель? Давайте еще один раунд PvP. Мне мало. Я хочу все-таки давай, выиграть. Что-то давай. Здесь не то. Я возьму тоже этого зеленого челика. Спорим, я выиграю. Нет, ты не можешь выиграть. Очень слабо играешь. Нет. Во. Это он. Пацаны, ну что, вы готовы? Да. 3, 2, 1. Погнали. Минус миньон. Я сейчас должен победить. Вот я чувствую, что у меня очень большая удача сейчас будет. Опа, гонится. Так, замочили. Тильвер слился. Блин. Пока месть буду избегать монстров, что-то я боюсь. Хотя я вижу вот одного. Ого, он быстрый. Отлично. Хотя никнеймы не отображаются. Так, ну что, мы с тобой сейчас состыкуемся, да? Иди сюда, куда ты убегаешь? У меня... Щенок, стой! На тебе! Ты что думал, ты самый умный? Не, погоди. На тебе тоже! На тебе! Я живой! И я. Я живой. А, это мой просто челик бежит, просто так. Ну и ладно. Да я поддался пацанам, потому что, ну, всегда выигрывать, ну, не хочется уже. Кто остался вновь? А вот я еще вижу. Я. Так, стычечка. И... Я убил. Странно. Так, Курума слился. Да. А вот так. Еще бегает монстр. Так, это игрок, пацаны, ну давайте. Так, да, еще. Не еще бойтесь. Трое. А, еще трое, понял. Беги, беги, беги. Спускайся, мочи его. Не бойся. У тебя намного мощнее монстр. А ты куда убегаешь? Стоять! Куда ты собрался? Все, зажимай его. Два монстра осталось? Да. Так, да, давай, да. Давай, Саврекс, если не ссышь. Давай, если ты не будешь бояться, ты выиграешь, понимаешь? Да, Дима, ты... О, с воздуха атакуй. С воздуха надо было атаковать, прыгнуть резко и замочить его. Это была бы хорошая, да, тактика? У меня есть моя тактика Галактика. Вот, давай, сейчас стычка. О, стычка. И... Ой.
Ну, человек помешал, да. Переиграем. Ну, блин, так бывает. Нет, обстоятельства, чтобы... Ладно, давайте на этом мосту переиграйте. Тогда будет по-честному. У нас сейчас раунд... Не, я выиграл. Два раза подряд ты замочил? Я выиграл, да. А, молодец. Смотрите, всегда мечтал взорвать эту красивую карту, которая находится в космосе. И 3, 2, 1. Угона гигантская. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.